шутил. Привет, Вер. Привет. Успела? Погоди, доверь ложу. Что у тебя? Все готово. Все? Подтвердили? Хоть завтра лететь. Ну и чего? Чего-чего. Ой, Вер, смотри, не сглазь. Такой шанс не каждому выпадает. Людок, я опоздаю. А-а-а. Да-да. Ага. Угу. О, спасибо, спасибо. Вер, а Гриш-то знает? Нет еще. Дурак твой, Гриш. Ты большего достойна. Ну да. Неудачник и козел. О. Ну как? Кар, смотри, вопрос такой. Какая ящерица съедает за один до двух тысяч муравьев? Люда! У меня 20 минут, у меня пробы. Вера! Вера Сечкина, ты ли это? Боже мой, ой, как поправилась. А ведь самая худющая на курсе была. Ну ничего, тебе даже идет. А я вот, видишь, теперь в театре. Как прослушивания начались, так меня сразу сюда и приняли. Ну, поначалу, конечно, ролей не очень много было. Но потом... Да. Ой, что ж я все о себе, да о себе. Ты-то как, сама? А Гриша-то как? Как Гриша? Вы тогда, конечно, наделали шума с этим срывом спектакля. Гриша? А Гриша прекрасно. Ай, осторожно. Ставят в ковер-гардене под сенью девушек в цвету. Под сенью девушек в цвету? Да, это опера по Прусту. Ай! Надо же. Но Гриша всегда подавал большие надежды. Да. Но чтобы ковер-гарден – это успех. Да. Да. Так. Эта сука права. Первое, что нужно – это похудеть. Она права. Так после шести не есть, а и так жрать нечего. Как Сережа. У него была такая чудная попка. Чудный мальчик. Выдра драная. Нет, ну вот это да. Макарова актриса. Меня прослушивали. Господи боже. Ну что это пробилось на сцену? А я дура, дура. Прослушивали вас. Проглядывали тебя со всех сторон. Вот. А как там Гриша? А как его дела? Тощая корова. Все, хватит. Я Сережу не разоберу. Все. У моего сына все будет лучше. Я ему таких глупостей не дам делать, не дам. Найду Майкла. Ведь тогда на просмотре он мне одно и сказал с курса. Вы очень талантливый. Я бы с вами поработал над мюзиклом. Только язык учить. Почему, почему так? Все как всегда. Не паникуй. Все идет хорошо, все нормально. Так, что у меня сегодня? Ада Васильевна, с ней надо рассчитаться за два урока. 1500 минус. Так, 3, 5. Ужас, ужас. А куда деваться? Может, я и дура, но не последний. Я свой шанс не упущу. Пропана Гермесова милого сына с нимфами светлыми держим. Вот так. Верунчик, Вера, чтобы овладеть грудным регистром. Овладеть грудным. Я становлюсь. Верунчик, спиночку держи. Одно морское ближе, ближе. И вот уж царствие подводное. Хоть погрузиться нелегко, но голосом, грудным, свободным, распоряжаюсь я легко. Ада Васильевна,
У вас случайно бинокли нет? Бинокли? Вера, спасибо, я верну. Опять ты со Светом всем нагадила! Ой, а что это такое? Это настоящая муфта. Ой, моя понять? Прабабушка носила. Спасибо. Какая красота. Да. Красота. В избежание травмы держите за поручень. 3, 5. Итого 8. Остается только 3000 до конца месяца. Вытяну в крайнем случае, у матери попрошу. Но она опять начнет. Это она скажет, чем ты думала? Чем ты думала? Я тебе говорила. Гриша твой козел последний. Режиссер тоже мне. А ведь она права. Вот в чем ужас-то. А сколько стоит это платье? 2500. Сколько? 2500, девушка. Я могу вам предложить другие. Да, вот смотрите, вот это 1500 могу отдать. Давайте за 2. Нет, я меньше, чем за 2,5 не отдам. 2? Нет, не отдам, 2,5. Ну, может, за 2? За 2,5. Ну, 2000. Этому платью красная цена 100 рублей. 2,5. 100 и точка. Не забыть купить нарядный чехол. Синий. Нет, красный. Это птичка, кокоду. Птичка серит на ходу. На ваше платье нагадил голубь. Верните мне деньги. Да вы что, женщина, вы же только что его купили. А что мне теперь делать с обгаженным платьем, а? Так радоваться надо. Милая, это же к удаче. К деньгам, ну, чего говорить. Да? Конечно, конечно. Ой. Да? Ну, спасибо. Пожалуйста, ой, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Ой. Следующая остановка – Мосгорсуд. Интересно, как же он отреагирует на мой уход? Надо позвонить и сказать им, начальник хренов достал со своим где-куда. Найди теперь себе другую дуру. Я, между прочим, актриса. Это шанс еще. Посмотрим, кто есть кто. Подождите, подождите. Да-да. А вы не могли бы вот такую мне укладочку сделать? Угу. Так похоже на фотографию. Очень. Да вы что? Очень. Да? Надо же. Ой. Саш, посмотри, как у меня похожа клиентка на фотографию. Ой, да, да, правда, да, похожа. Да вы что? Похоже, похоже. Язык жестов человека в некоторых случаях можно заменить при помощи ассоциации. Изображая того или иного известного животного. Не жмет? Нормально? Нормально. Важно помнить, что движение и мимика во время съемки должны быть выполнены с полной отдачей, максимально правдиво. Негустым волосам можно придать объем косметическими и парикмахерскими средствами. Не рекомендуется также контровое освещение, так как уши будут просвечивать. А вы не могли бы сзади мне вот посветить? Что, простите? Ну вот сзади, вот сюда, ага. Вот сюда, вот эту область. Угу. Да. Угу. Спасибо. Нормально? Угу. Подержите, пожалуйста.
Опытные фотографы для проверки пригодности фотомодели к профессиональной съемке применяют контурный способ для анализа пропорций фигуры. Давайте сделаем контрольный снимок. Повернитесь к стене. Что? А ничего, что ли? Ничего, ничего, повернитесь. Ага. Оп. Отвернитесь. А ничего, да, что не видно? Лица не видно. Нормально. Ничего? Юбочку приподнимите. А, ну да, да. Хорошо, да. Выше, так? Еще выше. Выше, 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 выше. Какой смысл? Выше. Какой? Еще выше. Еще выше. Оп. Оп, хорошо. Я вообще хочу сниматься в другом платье. Ну, пойдите и переоденьтесь. Возвращайтесь и снимайтесь. Алло. Вы мне звонили, кто это? Алло, это я. Кто я? Как кто? Вера Сечкина. Почему мы не на работе? Почему не на работе? Да, почему? Ой, потому что мне эта ваша работа нафиг не нужна. Как так? Как так? А вот так. Так, объяснительную живо. И никаких Сечкина. Объяснительных, только увольнительные. Ой, что это вы так дышите, что? А? Ой, вы так дышать перестаньте, пожалуйста, это да? Еще потому что вы мне больше никакой не начальник. Угу. Вера. Гудбай, гудбай. Все, прощай. Гудбай, Америка. Подождите, пожалуйста. Да, да, да. Сейчас. Гудбай, все, прощай. Гудбай, Америка. Ой, сейчас я переоденусь, я вам все расскажу. Только у меня вот совсем наоборот. Гудбай. Гудбай, ваша поганая шарашка. Как что? А вот то. Сечка, а вот то, что я выиграла в лотерею. Что выиграла? А что надо, то и выиграла. Что ты выиграла? Что ты можешь выиграть-то вообще? И если бы я вам сказала, что именно я выиграла, Сечкина, то вы бы свалились кульком говна замертво. Кульком говна? Представьте себе. Сама-то настал тот день, когда я совершенно спокойно могу сказать вам это. Приди у меня только покажись, отпуск. Забавно, что эта тетка в парикмахерской увидела мое сходство с Джоли. Да у нее голоса нет вообще, а у меня тигр, голос. Тигр! Тигр! Умница. Главная аллея. Эх, Гриша, Гриша. Высоко в горах пас стадо овец пасту. Вдруг появился на горизонте орел. Кинулся он из-под небес и схватил одного барана. И снова поднялся под облака. Пастух вскинул ружье и раздался выстрел. Упал орел, а баран полетел дальше. Сережа, Сережа, мальчик, ну теперь все будет хорошо. Верь мне, Сережа, ты мне веришь? За Россию! Говорят, Григорий. Замечательные шашлыки здесь, да? Свинин, Григорий, поскольку говядина, тебе легче игнорировать меня, чем поговорить, мне ничего не оставалось, как пойти сюда, понимаешь, надо. Григорий? Понимаете? Григорий, послушай меня, пожалуйста, что дальше между нами так продолжаться не может, ты понимаешь, да? Григорий, ты меня слышишь? Или чья-то батл оф воды? Я тоже очень рад. Надо. После работы. Эско. Ты думаешь, я, как ты, поставила на себе крест? Я искала средства, я занимаюсь техникой речи. Слышишь меня? Григорий, тогда я все. Тебе по-русски говорю. Возможно, так, в последний раз судьба и нам и дала второй шанс, понимаешь? Сделаем. Я предлагаю тебе начать все сначала. Говорим об этом после работы. Это ты называешь работой, ха-ха. Это для тебя работа, значит. Я, знаешь, это дороже, чем судьба собственного сына. Я забираю своего сына, я забираю Сережу. Слышишь меня? Все. Идем, Сережа. Идем. Я выведу тебя из этого порочного круга. И никаких шашлыков. Ты посмотри, а? Ты ведь был режиссер. Ты подавал такие надежды. Ты посмотри, до чего ты меня довел. До чего ты довел собственного сына. Посмотри. Да, я видела вчера. Твою институтскую. Я забираю его, все. Институтскую любовь Макарову вот эту. Видела. Она спрашивает, а чем ты занимаешься? Что он делает, спрашивает. Все, баста, хватит. Я забираю Сережу. Может, наверх подняться, посетить тебя? Идем, Сережа, идем. Больше никаких шашлыков. Если твоему отцу не хватает ума схватиться за меня, как утопающему за соломинку, тут уж миль пардон, мадам! Мам, что у тебя в мешке? Что? Ах, это платье. На него нагадил голубь. Зачем? Это наша удача. Это везение. Судьба наконец-то развернулась к нам лицом. Сережа, не повторяй ошибок. Послушай, Вера. Прекрати называть меня Верой, я твоя мать, Сережа. И не слушай эту дрянь. Сережа, пойми,
Судьба нам дала этот шанс. Мы едем в Америку. Все. Я не хочу в Америку. Что значит не хочу, Сережа? Что значит не хочу? Не хочу. Нитка. Сережа, это наш шанс, понимаешь? Наконец мы получим все то, о чем мечтали. Мы будем вместе. Только ты и я. Слышишь меня? Сережа, но надо только потянуть английский. Как у тебя с английским? Никак. Нормально. О, это ненормально. Никак, это ненормально, Сережа. Слышишь меня? Прости, мне нужно идти. Отец там один зашлёт. Дошьется? Дошьется. Он тоже должен понимать, что это наш шанс. Да. Алло, это я. Григорий, Григорий, наш сын боится, что ты зашьешься. Ты хочешь зашивайся, хочешь расшивайся. Только мы с ним уезжаем в Америку. Да-да, мы уезжаем в Америку по лотерее. Я выиграла грин-карту. Вот так вот, да, Григорий, да. Я уезжаю. Только, да, вот так вот. Только я тебя с собой не беру. Сережа будет со мной. Да. Все, Григорий, хватит. Хватит, Гриша. Аут. Аут. Аут, Вера, аут. Следующая остановка – улица Ибрагима. Сережа, держитесь за поручни. Не знаю, что это за мех. Собака, нутрия. Чтоб, ой, ой, чтоб овладеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Все ниже опускаюсь, ниже. Одно морское, ближе, ближе. И вот уж в старте я подводном, хоть погрузиться нелегко, но голосом грудным свободно распоряжаюсь я легко. There's no sun in the sky. There's no sun in the sky. There's no sun in the sky. No God's eye. Words will